Как же я могу сделать так, чтобы она изменилась? Здесь работает совсем другой принцип. Ты должен сам так делать. Если ты хочешь, чтобы близкий человек что-то понял, не трогай его. Начни жить сам так, показывай пример. Понимаете? А потом можешь шутку, прибаутку говорить. Ну, допустим, я решил, допустим, перестать претензии как бы свои предъявлять жене. Ну, как бы терпеть ее, прощать, заботиться о ней. И поэтому я могу шутить с ней. Я говорю, моя дорогая, давай подумаем, вот садимся подумаем, садимся вместе и думаем. Кто у нас всегда в семье виноват и кто никогда не виноват? Ну, давай подумаем. Она падает со смеху. Почему? Потому что я это сказал в шутку, без всякой обиды, по-доброму. Понимаете? И это сразу дает знание в ее сердце. Она думает, что-то, наверное, я слишком много претензий к мужу предъявляю. Понимаете? То есть это простой способ глубоко в сердце знания близкого человека внести, если ты следуешь чему-то сам, привык к этому, и потом дальше переварил недостаток близкого человека, переварил. То есть, понимаете, есть определенные стадии победы над судьбой. Давайте разбираться глубже. Почему же я не могу близкому человеку объяснить ничего? Почему же это как дамоклов меч? Почему я могу где угодно менять все, что угодно, но только не в своей семье? Почему в своей семье все так трудно? Почему ничего не поддается корректировке? Почему все только хуже становится, если я пытаюсь что-то менять? Почему я сильно пыталась менять и вообще разрушила свою семью? В чем дело? Дело заключается в том, что ваш близкий человек представляет вашу судьбу. А судьба — это наказывающая сила. Вот представьте, вы хотите надзирателя сделать лучше. Ну, чтобы он был добрым человеком. Или палача. Нормальная идея. Надзиратель должен тебя мучить. Правильно. Так вот, запомните, близкий человек — это тот, кто является твоей судьбой. То есть он пришел в твою жизнь для того, чтобы не только тебе дарить счастье, а также тебя мучить. Хоть согласен ты с этим, хоть не согласен, это судьбу не волнует. Поэтому, если ты хочешь, чтобы тебя не мучили, это тоже возможно. Но для этого ты должен победить судьбу. Другими словами, пройти определенный путь. Первая стадия — прими судьбу. Означает, вот муж, допустим, грубый — прими это. Хочешь, чтобы мягкий стал — прими. Что значит прими? Не будь такой притязательной к нему. Не то, что грубость невозможно принять, но просто ты пойми, что это твоя судьба, как-то философски к этому относись. Когда он кричит, немножко подальше отодвигайся, чтобы не сильно слушать. Ну, то есть, другими словами, что-то сделать для того, чтобы как-то с этим жить, и при этом на него не злись. Если он скажет, Олег Геннадьевич сказал, не слушай, ты меня слушаешь или нет? Надо кивать головой, самой не слушать. Потому что и так понятно, что будет говорить. 100 раз уже говорил. А если слушать, то психика выйдет из орбит, начнешь ругаться с ним тогда. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что нужно принять близкого человека. Это медленный процесс, но это и есть путь к изменению его. Потому что первая стадия — это принятие близкого человека. Чтобы принять близкого человека, нужно по природе бегать, зарядку делать, с друзьями общаться, то есть нам в храм ходить. Нужно наполняться силой. Нет силы — нет принятия. Сила есть — приняла. Помолилась — простила. Почему сила? Потому что наполнилась. Итак, приняла близкого человека. Следующая стадия. И как определить, что приняла? А ты можешь уже в шутку, без давления, без напряжения, ему говорить то, о чем ты раньше вообще даже сказать не могла, потому что был скандал. Это значит, что ты 30% своей судьбы уже победила. То есть ты приняла, в шутку можешь говорить с ним об этом, и это значит, что когда ты будешь так говорить ненавязчиво, это будет заходить ему очень глубоко в сердце. Потому что только в отношениях любви человек получает знания в семье. Шутка — это и есть энергия любви.
Вот если вы думаете, вас с вами шутит близкий человек, значит, ему на вас наплевать. Нет, наоборот, это значит, что он вас любит. А если человек не любит, он будет, как говорить, серьезно. Понятно, да? Вот, допустим, вы своего ребенка любите, любите прям сильно, он двойку принес. Как вы будете с ним говорить? Вы скажете, а что ты получил в школе? Так или нет? А если не любите, как мальчика, допустим? Ты что принес? Сразу видно, не любит, да? А если она скажет, ну-ка покажи свой дневник. Значит, любит. Так? И он такой, показывает. И вы потом по-доброму говорите, встаем в угол. То есть наказание тоже по-доброму идет. То есть в угол ставить надо по-любому, ну как по-доброму. Он говорит, мама, а можно я гулять пойду? Нет, нельзя, гулять будешь в углу. Шутку по-доброму поставила в угол, он там стоит, мнется. Но так как мама добрая, поэтому он будет раскаиваться сразу, конючить, просить что-то. И это значит, что он будет что-то понимать. Но если вы злобой пытаетесь все решить, ничего не получится. Почему же злоба возникает в отношениях? Потому что судьба — это жесткая штука. Она ранит очень жестко сердце. То, что близкий человек тебе говорит и делает, это гораздо больнее, чем это, если бы сделал кто-то чужой. Поэтому не удивляйтесь, если в вашем сердце вспыхивает гнев, обида очень жесткая. Что в это время надо делать? Сложно понять, что надо делать. Ну, допустим, вы поругались. Вы просто должны знать, что это неизбежно, потому что вам было сильно больно. Но это не значит, что так надо жить, что это правильно. А правильные отношения какие? Поругались, только опомнились, только поняли, что вы не правы, что не надо было ругаться. Это не способ побеждать судьбу и отношения строить. Идите сразу извиняйтесь. Кто первый понял, что неправильно сделал, что поругался, идите извиняйтесь не за то, что вы там что-то имеете, знание какое-то, понимание вещей, а просто за ругань за саму. Скажите, прости, что я виноват, неправильно себя вел. И это и есть любовь, понимаете? Любовь означает возможность попросить прощения у близкого человека. Вот не можете попросить, значит, не любите. Всегда надо просить прощения. Виноват человек, не виноват, не имеет значения. Потом разберетесь, когда все успокоится. Лучше всего вообще иметь правило не связываться с близким человеком. Все равно ничего не докажете, ничего не поменяете. Все это бесполезно, потому что судьба вас будет мучить по-любому. С ней ничего не сделаешь. А вот если ты ее принял, она с тобой по-ласковому будет вести себя. Понимаете, есть такая песня, да? Если судьба ведет себя не как сестра. Не как сестра судьба себя ведет. Понимаете? Жестко, значит, себя ведет. Что делать? Отвлечься от этого надо. Пойти друзьям, помочь им. Тебе станет легче. Ну, то есть, судьба плохо себя ведет, копи энергию. Вот, допустим, с мужем все, засада, нет сил отношения строить, жить. Значит, тебе не хватает энергии природы, друзей, Бога. Все, иди туда, восстанавливайся. Силы появились, проси прощения у близкого человека. Вот так человек должен жить. Просил прощения, принял близкого человека, потом он все поймет, после этого только. Первая стадия победы над судьбой – принятие судьбы. Вторая стадия – взаимодействие с судьбой. Принял судьбу, дальше что будет? Между вами пойдет контакт. Он начнет тебе доказывать, что да, молодец, что извинилась, потому что я был прав на самом деле. Ну замечательно, кивайте головой. Потом он успокоится, все совсем согласился, все со всем с ним согласны. Вот. Он поймет и вашу правду 100%. Ее надо в шутку сказать, и он все поймет. Правильно, ты, конечно, был прав, а я-то считала вот так. Как это было неправильно? И в шутку говорите, как вы считали. Хотя вы так и считаете. Результат какой будет? Он поймет, потому что вы ему сказали по-доброму. Услышали меня? Ваша шутка придет в самое сердце. Насколько он может понять, настолько он поймет.
несомненно. Как извиняться? Полушутку, по-доброму, ласково, нежно, забыв про себя, что есть твоя правда. Твоя правда 100% останется с тобой. Ты получишь свое обязательно, когда близкий человек будет благодарен за твое извинение. Вот так это все работает.